очень рад, что я вернулся здесь, чувствую себя здесь хорошо, и я думаю, что будем двигаться вперед, и команда, и клуб, и все вместе. И я думаю, что может быть хорошая сезон. Тебя не было чуть больше полугода. Как изменилась наша команда, на твой взгляд? Ну, конечно, стали лучше играть в футбол, больше. Это уже третий год в Премьер-лиге. Думаю, все там амбиции, что не только сохранять Премьер-лигу, только и двигаться, ну, в таблицу вперед. Поэтому хорошо работали и продолжаем сейчас эту работу. Сейчас идет тренировочный процесс, закладка базы, так называемая, насколько сложно? Да. Ну да, конечно, всегда сложно эти сборы, но все равно это нужно, нужно силу хватать, что потом в сезон будет легче, поэтому я думаю, все будет хорошо. А как возник вариант с переходом в нашу команду? Ну, было несколько вариантов, но я сразу чувствовал, что Уфа – это самый лучший за меня. И я знаю город, я знаю людей. Это легко было за меня. Напоследок пожелания болельщикам, любителям футбола? Приходите на матч, будем бороться, будем попробовать хороший футбол показать. И в конец, я думаю, что все вместе будем хорошим отношением. Да. Спасибо.